Следующий факт для тебя. Так. Докторская колбаса так называется, потому что... Лечит душу. Ой. А есть ли у вас какой-либо пример того, что... Ну, ты грустный, без колбасы. Колбасу так нарезал аккуратно. Вот так тоненькими дольками. Ой. Взял вот так хлеб. Ой-ой-ой. Тостовый хлеб. Ой-ой-ой. Вот так его чуть поджарил. Сначала с одной стороны, потом с другой. Маслице, по чуть-чуть маслице. Вот так вот. Да остановите кусочек вы его масла уже. Сюда. Остановите. Он вот так растаял. Вот так сверху колбасочки. Потом еще сверху хлеб. Еще потом колбаску. Хлеб, колбаску. И душа уже радуется. Ой-ой-ой. Понимаете? Как вам, дорогие друзья? Ну, перед тем, как мы посмотрим правильный ответ, хочу присудить 1,5 балла за то, что он фантомно наполнил наши желудки вкусным бутербродиком. А теперь правильный ответ. Была разработана для больных по приказу Сталина.